20 и 21 октября Омск с рабочим визитом посетил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов. Он начал свою работу с совещания с руководителями органов исполнительной власти, курирующих государственную молодежную политику. На нем присутствовал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикарьянц. Дамир Фаттахов получил полную информацию по всем направлениям работы, в числе которых творчество, добровольчество, патриотическое воспитание, и представил свою программу. Вместе мы, я уверен, придем к такому оптимальному варианту сотрудничества, какими возможностями может воспользоваться субъект, используя федеральное агентство, используя возможности федерального агентства по делам молодежи, наши грантовые конкурсы разного рода и физических лиц, и общественных организаций, и грантовый конкурс для высших учебных заведений. Нам важно видеть и понимать, что эти ресурсы максимально эффективно будут использованы. Беседа с активными студентами прошла в Омском государственном техническом университете. Разговор получился содержательным и богатым на предложения по развитию молодежных инициатив. Обсуждались варианты их реализации и меры грантовой поддержки. Я много себе заметочек сделал для возможных системных изменений, в том числе и грантовом конкурсе Росмолодежи. И было много интересных рекомендаций по формату коммуникации Росмолодежи с непосредственными молодыми людьми. Предметные пожелания из жизни, с чем сталкиваются ребята в отчетных документах по грантовым конкурсам. В общем, я очень рад, что она такая содержательная была встреча. Идет реальная перезагрузка в Росмолодежи. И очень приятно, самое главное, что Омск стал таким первым регионом, который, так скажем, попал в эту опытную орбиту. Хочется надеяться, что это как раз будет таким адекватным зеркальным ответом вот на те чаяния ребят, которые сегодня были высказаны. Ну и самое главное, наверное, вот те действительно меры поддержки, которые федеральное агентство может оказать здесь нам. Во второй день пребывания в Омске Дамир Фаттахов посетил областной молодежный центр «Химик», ресурсные центры развития добровольчества, молодежное пространство 306 квадратов. Везде диалог шел с акцентом на перспективу. Обсуждались вопросы улучшения материальной базы и увеличения финансирования. Наш центр четвертый год принимает участие во всероссийском конкурсе лучших добровольческих практик. Нам тоже было чем похвастаться, то есть мы показали свои достижения, получили хорошую оценку нашей работы, получили большой заряд энергии на будущее свершение, примерно понимаем, куда теперь двигаться. Поднимаются вопросы изменения схем и объемов финансирования. Понятно, что молодежная политика, молодежь требует вложений. И это речь идет и об имуществе, в том числе нашего молодежного центра и других объектов, и о, собственно, содержательной деятельности, о средствах на проведение и расширение той работы, которая должна проводиться. В завершении своего визита Дамир Фаттахов встретился с губернатором региона Александром Бурковым. Они рассмотрели большой спектр вопросов и обсудили подготовку к проведению форума молодых лидеров «Россия. Центральноазиатский регион». Он должен пройти в Омске с 16 по 19 ноября. В событии примут участие около 200 человек из стран Средней Азии и российских регионов, граничащих с этими государствами.